Юбилейные президентские знаки и значки отличников, службы, медали за боевые заслуги и спортивные соревнования. На выставке нагрудных знаков, значков и медалей Министерства внутренних дел Республики Беларусь, посвященной столетию внутренних войск, свыше 1000 экземпляров разных силовых структур и войск современной Беларуси и СССР. Приурочено оно к столетию со дня образования внутренних войск. 18 марта сего года мы отметим столетие войск, а также еще столетие нашего, скажем так, нашей бригады 7404, которая дислоцируется в Барановичах, тоже 18 марта, от которой ведут историю внутренние войска. Самый редкий экспонат ведет свой отсчет с 1950 года. Знак «Отличник внутренней службы Министерства внутренних дел СССР». Историю в знаках и медалях представил минчанин Дмитрий Апанович. В числе тех, кто познакомился с экспозицией, кадеты средней школы номер 28 города Бреста. Сегодня они носят форму и, возможно, в будущем будут награждены такими же почетными знаками. Это уже классы 9-е, они уже, получается, в кадетстве 3 года, они носят форму. И я считаю, это очень важно, чтобы дети знали свою историю и знали, какие нагрудные знаки характеризовали эпоху. Все лозунги и звания, популярные более чем полвека назад, собраны на одной выставке. Спустя десятки лет экспонаты становятся символами эпохи длиною в 100 лет.